Сотрудники МЧС спасли двух пенсионеров на пожаре. ЧП произошло накануне. Загорелась квартира в пятиэтажке на Ульяновской. Спасатели вывели пожилую пару на свежий воздух и передали медикам. Пострадавшие в госпитализации не нуждались. Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В Бобруйском районе вчера также было зафиксировано возгорание. Известно об одной жертве.